Avtoobzorchi emasman, lekin men o'zimni olgan mashinalarimni obzor qilaman. Lisan, Litok. Narxi 7 million 300 000. Maksimalni Rolls-Royce'ga yaqin. Космический корабль өзүнүн заряд алады. То есть камерасы вообще шик. Кандай кылып машинага сим-карта койганыбызды көрөбүз. Мягкая, комфортная, экономичная. Мы бүгүн офиске келипбиз, сим-картаны паятка кылдык. Интернет есть. Телефондан туруп, бемало управлять кылса болот машинаны. Кеке алдымга? Кела калиң энди, уялмаң дедик. Өзү автопарковка кылады. Демек, мастер аккаунт кылыш жарайонду силерге көрсөтөбүз. Заводить его, открывать. То есть ты видишь его местоположение. Еще на данный момент вещинский. А винаке мощный. Абдулла Хусейн полный страховку тюляет. Автопилот кылдик, английский тилни кылдик, страховканы кылдик, сим-карта койдик, мастер аккаунты кылдик. Да, да, да. 10 000 рубль эң зор идея. Ташкары көрүнүшү кандай кылышым. А так кайфово машина. Арзендал клиникамызга хош келипсиз. Сура гандай бюк. Иск тишти алып, яңгысын алмашасыларымны? Обыз атылны. Оғылчаны нама қылыш керек та? Чыпромен, пожалуйста, чап қолды, ғаны жоң бол жері. Барабан. Суда гандай, баданым күчі еп, сілерді дерматолог бар ма? Фақат үлтімоз көліңізі күшітмен дерматолог жері. Қамыз жүйді, ені бір нұрсы дұрсын мәйлі ма? Ана, аялым, ап кем ақчы едім, шыңы жинске бар ма? А, яңа мәлін кем ұқсыз. Гинеколог өзіміздің асепе жері. Келе бірақ Марамат кремін? Формаңлар кечіресі ұрылык шықтым мү? Қорқышты мәз бұл, ішіңе тұқама бұл, тамам, ғалака вазелин бор бұл? Бұсанға, дейчіма дейді ма, ұрылык мәз бұл, өзі бұл, кечіресі. Гаджон, өзіңді бос, нема қалтары епсен, формаңлар. Көзіңге аудан бұл көрінеп, тұшты томын кеттім дәкіл. Йота сән мәлінседі, қарсак сіз епсен бұл, Гаджон, санға айта бақы бұл, нерба патология бұл. Саумалек кичерес, ана шықырат көч қарыпсыз болесіз мү? Аа, шынде, өзім болады. Ана, мені чишлерінді мунисар зәйван чидек бір алесіз мү? Аа, шынде, шынде. Келі ора елесіз. Сізді хам Питерді мәқті епті. Аа, қабарым бар. Рәхмі. Қабарым бар. Я... Оу, постоянны келі өпті қоу, құрманлы. Азгіна, шамалап қалдықты. Мен қарайын, ана, сіміңіз ел ба? Йоқ сұм. Тесіз чығып келі өпсі мұ, ташқарығы? Біз арда олаймыз, үйру қажан. Құртманы чыма, ташқа отырмағын. Суды бойда үрмады дәр сәнге. Арзентал клиникамызда стоматология, урология, гинекология, неврология, кардиология, терапия, педиатрия, пластический хирургия. Орталар бізді барча қон тахлылары мауид. Любой касалге, любой доктор мене бізді шоқырап көчкарыш. Білім, уролыка боша кимей ман булды. Здравствуйте. Это вам где вас ресторан? Идемте. Мейл, уролык зорек, ене бір кейлер. Hammaga assalomu alaykum. Sablanman Rahmonov Rustam. Demak, bugun mashina haqida video bo'ladi. Obzor, yangi mashina oldim. Bilasizlar, avtoobzorchi emasman, lekin men o'zimni olgan mashinalarimni obzor qilaman. Bitta Mercedes'ni obzor qilganim yo'q, GLS'ni. Nimagaki, hozir bu olgan mashinam bilan sравнить qilamiz. Ko'pchilik tushunmadi, nima uchun men Lisan L9 maksimalni komplektatsiyasida mashinani olganim. Kitoyskiy mashina, o'zim Mercedes'da yurardim. Kitoyskiy mashina olganimni ko'pchilik tushungan yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Kitoyskiy mashina shlyapa mashinalar qiladimi? Aytadiku, nikachisini kitoyskiy mashinalar qiladimi? Yoki kelajak avtomobillari bu kitoyslarmi? Bunga nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Hozir mashinani yuvishga olib kirdik. Polni yuvib chiqamiz. Ko'chada -23 bir ko'rsating mana. Ko'chada -23. Даже mana suv, ichkaridagi suv muzlab qolgan. Sovuqda mashina o'zini qanaqa tutyapti? Bu mashina chist elektrichka, ну, gibrid deyiladi-yu, lekin shu 1.5 litrlik DVS motor bu faqat как generator zaryad beradi. Так что, do'stlar, hozir обзорды көрасылы, ман бір ойдан бері юрпан бұл машинды, и өзім фікірімін айтама. Как ес? Mercedes GLS яқшы мы? Йоки Lisan L9. Оз көрамыз. We'll be right back.
Birinci kızıkadığım narsa bu moşnanın narxı. Neçpul. Moşnanın maliçinime 6 milyon oldum. Güleyim arzon oldum. Lekin aynen şu moşnanın narxı 7 milyon 300 bin. Demek 7 milyon 300. Şu pulga arzıydı mı yok mu? Bu yerde bor komplektatsiya. Mesela masaj, bu yerde güleyim köp funksiya bor. Agar xuddi shunaqa mashinani Mercedes'ini yoki Range Rover'da oladigan bo'lsak, 25 million 300 milliondan kam bo'lmaydi. Aynan nemislar. Mashinani men bir oydan beri haydab yuribman. Menga yoqqan tarafi nima? Bu mashinani jimligi, mana shu yurgan payti ham tixi, qanaqadir podveskalari boshqacha. Chunki Mercedes GLS'imda ham bunaqa komfort yo'q. Ну, реально oladigan bo'lsak, bunaqa tinchlik, bunaqa komfort yo'q. Bor shum faqatgina arkalarda, то есть mashinani balonlarini arkasida shum bor. Mashina olganingizdan keyin obязательно buni shumizolyatsiya, shu arkalarni shumizolyatsiya qilsa zo'r bo'ladi. Oynalar ham dux sloyni o'ynadi, ikkitalik oyna. Nashot shumizolyatsiya yaxshi, nashot yurishi podveskalari komfortni. Davidich ham aytganku, maksimalni Rolls-Royce'ga yaqin. Максимально близка к Rolls-Royce Cullinan. Lekin haqiqatan ham shunday, Mercedes GLS manki 2016-yillik edi. Undan ko'ra, demak, yumshoqroq mashin. Birinchi men bu mashinani test drive qilgan paytim, ну, необычный mana o'tirganda, mashinaning tablosi yo'q. Ну, как-то необычно bu narsa. А табло, mana kichkinagina mana bu ekranda. Lekin men proyeksiyani ko'rganimdan keyin men tushunganmanki, что внимание yo'lda, lekin крутой проекция. Juda ham proyeksiyasi menga yoqdi. Ну, buni qanday sizga tushuntirsam, buni o'tirib, bu mashinani haydab ko'rganingizdan keyin proyeksiyani ko'rib, fikringizni aytishingiz mumkin. Крутой проекция, menga yoqqani. Endi mashinaning tashqi ko'rinishini gapiradigan bo'lsak, katta, chiroyli, zamonaviy 21 asr. Oldidagi faralari, orqa eshiklari, ruchkalari kirib chiqishi, 9 ta kamera polni 360 gradusda polni ko'rsatib turadi mashinani. Ну, как-то необычный. 21 asr, kelajak mashina desak ham bo'ladi. Shunga yaqinroq narsada, endi bir kosmический korabl deydi-ku. Shu taraflari menga yo'qdi tashqi ko'rinishidan. А yana bu yerda lit radari ko'p mashinalarda oldiga qo'yiladi, а bunda именно tepaga qo'yilgan. Bir ham hamma narsani ko'radi. Mana buni ko'rsatishingiz mumkin-da. Bir ham hamma mashinani ko'radi. Endi men bu mashinni, demak, avtomobil emas, ko'proq gadjet hisobladim. Ну, как телефондай. Чунки өзіні аккаунты бор. Бемалу телефоннан бошқарсайыз бөлады мошнаны. Қайерда мошин тұрыпты, хамасын телефоннан көрсе бөлады. Телефонна мошнаны йоқиш, өчіреш, телефонна парковка ям қыласыз. Көпірок гаджет. Икте катта монитор олды да. Как планшеттай, катта-катта. Наташқары орқады. Интернет, хамас соцсетларды установка қыса бөлады. Ютуб, вағовказу. Ну, гаджет бұл, оды қып айтқанды. Янымты гап. Хозыр күнді Li-9, masalan, Moskva-Piterda juda ham ko'p, ko'pchilik olishyapti. Aynan nemis mashinalarini sotib, mana manday misol, Mercedes'ini, BMW'ni sotib, demak Li-9 olishyapti. Nima uchun? Bu endi sanksiyaga o'zgina qiyoslashim mumkin, taqqoslashim, chunki sanksiya tufayli Mercedes'ni prilojeniyalarini ko'p nimasi ishlamayapti. Masalan, 70% mashinadan polnotsenniy foydalanolmaysiz. Masalan, yangi Mercedes olsangiz yoki yangi BMW oladigan bo'lsangiz, ну, приложение ishlamaydi. Через приложение mashinani qayerdaligini ko'ra olmaysiz. Masalan, mashinani ocha olmaysiz, yo'q. Ну, приложение ishlamaydi. Официально chiqib ketishdi nemislar. Shuning uchun ham ruslar, masalan, ko'pchilik kitayski premium mashinalarda olishyapti. Bunda polnotsenniy, допустим, приложениелар, полноценный машина, hamma narsasini bemalol ishlatish mumkin. Lekin bunda ham minuslar bor. Haligacha, masalan, Li-9 oladigan bo'lsak, chetga chiqorish uchun bu avtomobilni, demak, hali qilishmayapti, lekin masalan, tadbirkorlar o'zlari borib sotib olib, berga olib kelib sotishyapti. Kamchiliklar bor baribir. Demak, SIM karta ustanovka qilishga, master account, bularni video davomida ko'rib borasiz, polni ko'rsataman, men bu mashinaga qanday qilib SIM karta qo'ydim, internet, hozir mana interneti bor mashinani. Undan tashqari master account nima, qanday qilib master account qilish kerak? Bu hammasini hali ko'rsatib boraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasi haqida tushunasiz. Mashinani sotib oldingiz, bo'ldi, haydab yurdi degani emas. Bunga internet qilish kerak, bunga master account olish kerak. Buni rusifikatsiyasi bor. Xullas, juda ham ko'p qilinish kerak bo'lgan narsalar bor bu mashinada. A bizga esa aynan shunaqa mashina yoqadi. Chunki YouTube uchun bu content, biz uchun yana nimadir yangi o'rganish. И по-любому, я думаю, что Россия, да, по-любому, постепенно, бриллиотар, икиллиотар, хама
китайский машинга өтіп кетады. Төрі, ма өзім ам любитель немцы, ну немец, немецлер зөр машин қылады, хаққаттан ам зөр, яқшы машин қылады. Лекин, бұ діші за китайцем деп ойлаймын. Ман, просто ертарақ өттім, немецтан китайцке. Мұны көпчілік түшінген жоқ, немі үшін немецтан китайцке өткенімді, қозып, үшбу видеороликді полны түшіндірмоқчыма. Лекин, вақты келіп, сілер ам, Россиядаги юрттошларымыз, барбір, сілер ам, вақты келіп, немецтан сәкі-сәкін китайцке өттасылы. Чүнкі немецлерді полноценный приложениясы ішіламасы. Машинаны полноценный ішілат олмасайлы. Қанай болады. Так что, мана фикрім шу. Дұрыста мана заправка кем келдік. Мана үйімді йонуды бұ заправка. Бейм мало зарядкая қояма. И машинаны полны ташқы ва ічік көрініш ақыда кәпләшамыз олсы. Камераны көрсетеді көмірсе, қарайлы. Бұ 3D полны орқа олды теппа тагынам көрсетеді. Мұна ташқар қар бітті балонлары теппасыны көрсетеді. Мына ташқары біз мана 2D қысаған болады. Машинаның қандай көрініші, қайерде полны көрішіміз мүмкін. То есть камерасы вообще шик мына олады деген болсақ. Хамасы бар функция камерада. Лекин чётки да, мысалы іш жері мұздағаны жоқ. Үшінші күннен бері қайдаяппа? Муамо жоқ. Мына рөлді оладыған болсақ, 71 км-ге жетадыған халы зарядкамыз бар. Но бу гибрид бүгінгі үшін, демек бензинді жүрама. Бұны заряд қып кетерады, өзін-өзі заряд олырады. Халияны Қытайдан жүдем көп нәрсе заказ қылғанма машинге. Амасы орқада багажда тұрыпты, көрсі тама. Оны тіпті қойып шығамыз. Яны кәк апгрейд қылапанды машинаны ішіне әм, ташқарысыне әм қыламыз сексеке. Хош, давай ич хақыда гапырамыз. Машинаны ичиге келеді көн бөлсек, бірінші маңы йоққан тарафты. Ич қанақы кнопкалар, ич қанақы мұнақы рычаглар, бір нәрсалар болсы еш, нема йоқ, хаман арсы экраннан қылынады. Панорама, олдыям, орқаям. Панораман йопыш үчі, болды. Бұны йопылы япты. А бұны сесі, орқасы. Болын орқадагы мұны, панорама йопылы япты. Хош, олды да яны нема бор? А, яна бір зүр. Yokumli taraflardan bittasi avvalgi mashinalarimda nima bo'lardi? Provodalar telefonga zaryadga qo'yish uchun, a bu yerda vot telefoningizni shuna qo'ydingiz, bo'li zaryadga olaveradi. I bo'li tez zaryadga oladi, mana ikkita telefonni bir vaqtda o'zida ko'rsatyapti, zaryadga ketyapti. I bo'li tez oladi, men bu muammodan qutuldim. Ну, mashinada lishniy zaryadka, lishniy provodalar yo'q, shu tarafi ham menga yo'qdi. Oldida shuda endi yana nimasi bor? Menimcha bo'ldi. Endi orqaga o'tamiz. Demak, Орқасы. Джой, довольны кейін. Яны мұны орқа кейін қайтарсы болады. Маңы йоққан нәрсасы бұ капитанский сиденелі подлокотник. Бірданыңы. Болла үшін самы раз. Чүнкі болла чыққанды. Бірданыңы өзлері орқа көтіп етейрады. Берден юл бор. Чүнізі маңы йоқты. Ну, удобны. Орқасы от удобны. Унан ташқары берді. Ман шуна қанге мана компьютер қойып, ішлап кетіш үшін. Йоки просто намадыр іш қылыш үшін, телефон қойып кетіш үшін, оқатланыш үшін. Столик бор. Кен йоққан тарафты мана бен мало шүйерден тұрып, лигровка қыса болады. Яна да комфортный роу жой қылыш үшін. Мана охоргеч сұрып қойсаган болады. И бұ сиденияны яна Құлайлық бітат нәрсасы бұ, мана бұ бош қойады ғонына опташап, бұны полноценный өткізі, берді диван қысаған болады. Озы оға расымларын топ қойсайыз. Яна нема бор орқады. Орқады, демәк, ой оғыма саласты. Мана. Комфорт не бөліш үшін. Охо. Яна өзгіне бұны әм өткізі. Унан ташқары. Масаж дейм ек қойса, масаж қақыда есілатым оқшыма, төртті сидене дейм, ікті олды да, ікті орқада масаж бор. Имана болышларам, как май бұқты болышы, үмшоқ. Нормально. Төзіманда озы, полноценный комфорт. Прям, шын айма, Тошкенге че кетерілама, битерден. Дега, жоқылап қолама. Ен орқады, яны нымасы бор. Демек, холодильник. Қалатқы. Орқада холодильник. Бұ, не тошты холодильник. Бұнан ташқары, хам микроволновка. Бұнда хам оқатты ыстыса бөлады, хам соғытса бөлады. Яны орқадагы одан полны өзі үшін керегілі бөген атмосфераны саздават қолышы мүмкін. Сиденеларда абдув, подогрев, хам анарсасы бор. Хама сиденеларда. Фақат орқада подогрев бұ, абдув йоқ. Төртті олыда хам абдув, хам подогрев бор. Ені фарас келді, немецті. Мана шүнче, демек фишкалары бор. Машина неч пул турады. Фикризи комментарийде жазың. Яна орқада битта фишка,
Aynısı zamanı bollarımda yok adıgım fişke bu ekran, monitor. Monitorda polni demek kol bilanan boşkarsa böyle adı. Ondan taşkarı okulagen kinonu. Onu birdi. Demek özünü fleşke çası bu. Onu şu fleşkege kino klip hemen arsanı zagruzka kılıp. Onu şu fleşke orkali. Orkada yotu olayıp kino körüp geçse böyle adı. Lekin var işlerse zor. İnternet hemen arsa çotki. Bir boyun arsanı koyup görse böyle adı bana. Китайцы лагали, я набрал нарцану и лапкуйган. Телефон учу, джой. Мелочь, но блин, кирагли нарца, да? А у нас телефон бор, телефон ташадис, там. Берега коймадис, я брал табр бошка джой коймадис, просто ташадис. Телефон кое один джой, блин, прикольно, удобно. Орка и кела один бусек, орка да я набрал старый отбор, и чили гучун. Таким бзе берда сумка пумка мыс бо хозы, ларда олуп, орка нем курсе тамыз ми овм, нумадисла. Yok gerek mas mı? Ну, orkada yan riyad borda garoç. Zaryadka zavirşina, zaryadka zavirşina. Xulas prilajene bilmem ne kadar işleme yaptı. Ben bilmem ne kadar. Çünkü minus 23 taşkar bana. GBT tanla yapız, tıkılgan, zaryad. Naçat zaryad. Yok, çota zaryad kımı yaptı. Ya bu telefon kusura ismi. Ya bu tezde zaryad oluş gerek etti uca. Добрый вечер. Посмотрите, мы на станции 4702 номер. Мы пытаемся зарядить ГБТ-ДС, он не заряжается, программа влетает, я нажимаю «Начать заряд», он говорит, типа, долго загрузится, загрузится, и потом 0 рублей, завершение зарядка. Завершение зарядка, 0 рублей. Шукрлер, хамбор, это мы большим изда. Леки, мы не уладим, он бюсек. Заряд кымаста нам, мощнаны, шуне бензин куйып, юрсе бөле рады. Бензин куясла, мощн өзін өз заряд кылып кете рады. Да, коннектор машине. А можете его достать? Давайте. Не могли? Достать на месте поставить, да? А у меня сугурды сразу özgerdim hoş. Не мы были? Короче, перезагрузка берды, аппаратка. Ага. Аппарат перезагрузится сейчас. 2-3 минуты, потом попробуйте, если так погода дан берет. А погода дан я пойду? Я хозер перезагрузка бюсен дает. Ага. Я, например, это пробку лип курингля дает. Мгаем худуш не обеса, дело погоди. Конечно, минус көрсатин. Минус 23. Ол съемка кляпыз, койла яхла музлап холды у нас немцы. Но хама сла учен. Оценит кыйла, птадан лайк босып, комментарий озып кыйла. Бізге приятный. Так что, кана кылы мошинга сим-карта койганымыз көрамыз хозы. Кем яхьяны, давам этамыз. А сейчас что делаешь, брат? Сейчас вот сим-карту ребята устанавливают. Ага. И они же сами, разработчики софта, переводят там вот эти приложения, все дела, короче. И вот это сам непосредственно хозяин, директор, он сам айтишник, он программирует. Вот он, короче, ставит... Русификация? Не только русификация. Русификация это такое легкое. Сам вот Яндекс, чтобы работал, чтобы удобно было все набирать. Ага. Они уже 2 месяца это допиливают. Просто то, что сейчас есть, в среднем за 200 тысяч предлагают. Ну, 180, 200. Ага. А вот они хотят сделать за 130 у них сейчас предложение. За 130. Да. То есть есть пробный на год, там дешевле выходит, ну, условно, полтинник, а за 130 вообще безлимитка. Ага. Но если без языка, только программы, полтинник. Полтинник. Потому что английский заводской прилетит вот сейчас с этим обновлением уже через буквально 5 дней, по сути, у всех он будет. Ну, уже есть, люди уже ставят, да. Вот у меня только прилетел, уже я симку только сделал, у меня сейчас пришло. Да, вот обновляется. Сейчас будет английский, может, я и не буду ставить. Я только приложение за полтинник скачаю. Ну, потому что без приложения это как iPhone купить. Без... Конечно, блин. Яндекс, там, YouTube, чтобы а все. А мастер аккаунт сделал? Вот до этого еще руки не дошли. Не дошли. Видишь, еще даже номера не повесил. Итоги, за сколько обойдется вот эта вот симка, мастер аккаунт? Симка 20 тысяч. Мастер аккаунт, он, по сути, бесплатный. Китайцам найти, там, передать права и все, по сути. Соответственно, приложение и все остальное, вот эти ребята за 50 делают. 50? Да, ну, вроде они такие шарят. Вот у них умный дом, программы всякие, безопасности, камеры, все, сами пилят. Вот в этом кабинете 60 человек сидит. Серьезно? Да, и они 2 месяца уже над этим софтом работают. А, работает? Прямо это делает? Да, да. На следующей неделе обещают все закончить и должно работать. Но вот сейчас пока то, что они сделали, у меня показывает, ну, с ошибками. Допустим, YouTube выкидывает, там, с 5-6 раза запускается. Ага. Управление жестами перестало сейчас работать. Вот они мучаются с ним. А, сзади вот так? Да. У тебя работает? Ты пробовал? У меня еще ничего не сделал. Ничего не сделал? Ничего. Не, просто вот так, говорит, рукой делаешь, он должен срабатывать. Да, я делаю, ничего не срабатывает. Не опускает, не поднимает. Я вот стоял, мучился. Я говорю, попробуй сам. Вот он пересел, что-то делал. Ну, Яндекс работает? Яндекс, да. Яндекс вообще отличный. Как сейчас, телефоне. Значит, симку ставили они? Сразу да, программу? Хочешь, вот Яндекс посмотри. Ага. Вот, все стоит. Интересно, да? Как... А у тебя какой цвет салона? У меня этот... Не-не-не. Вот Яндекс, видишь? Ух, блин.
Все нормально, все показывает, все красиво. И прям Алиса, говоришь? Да, да, вот видишь, сработало. В аккаунт зайти и музыку включает, все делает. Блин, отлично. На следующей неделе доделают ребята, уже можно всем ставить. Не факт, на следующий. Плюс-минус. А какие приложения здесь? Да что хочешь. YouTube, Яндекс, музыка. YouTube как работает? В смысле как? Вот это значок YouTube. Это версия YouTube Rewind. Но что-то она не запускается сейчас. На заднем, по крайней мере. А здесь спереди запустился? Не знаю, или что здесь спереди осталось. Микрожи сейчас ставятся. Это пока вот сюда, на этот автомобиль поставили просто для тестирования. Это тест, короче. А, это на тебя тестируют, короче. Да, да, да. Круто. Продакшн это, соответственно, не ставят. Ага. Я понял. Все доделают, потом уже можно будет все покупать. Отлично, отлично. Ну блин, вот Яндекс, это уже круто. Это уже круто. Да что, такие дела. Ну, как думаешь, да, вот китаец или нет? У меня GLS был. У меня их 7 был. А, серьезно? Да, 2 недели назад продал. Вообще не жалею. Мягкая, комфортная, экономичная. Блин, что еще надо? Я не капель. Мне все говорят, как ты пересел? Я говорю, да блин, какие реалии живем. Легко, да? Легко пересел. Ну, мне понравится, не знаю, продам через год, поменяю там, ну и так далее. Что, это же не жена взяла на всю жизнь. Правильно? Конечно. А так пока что я очень доволен. Доволен, я тоже доволен. Очень, очень мягкая, мягкая, тихая, комфортная, безопасная. Вопрос в том, сколько они будут... как говорится, жить. Ага. 50 тысяч, 100 тысяч, 150, мы же никто не знаем. Но те, кто вот купили летом, у ребят там по 50-60 тысяч пробег, говорят, все четко. И все четко. Масло меняем, это делаем, все как обычная машина. Копейки стоят, что-то там первое ТО, там 10-11 тысяч выходит. 11 тысяч? Да, вот, вот этот разработчик, директор, у него самого Лисан тоже, здесь парковки зеленые. А, говорит, я видел, да. Да, он говорит, я все заказал с Китая, и, короче, все оригинальное, 11 тысяч. Блин, вообще дешево. А да. Я на GLS? А я на X7 56. Серьезно? Да. Колодки поменял, что-то там 72. Ага. Я так ТО колодки поменял, думаю, блин, ну что-то вообще мне не нравится уже эта ситуация. Ну, в любом случае, будем тестировать. Ну, нам конечно. Это контент. Да. Что будет? Но... Ну, у меня много кто купил уже, или 7, или 9, все пока что довольны. Я брат мой в Сочи купил, вот сейчас другой тоже там будет брать. Ну, пока что все довольны. И те, кто ездит, я ни от кого плохого ничего не слышал. Ага. Дети в восторге, сзади все бегают, да, все дети, работают. Этим вот самый раз. У меня трое, поэтому вот это то, что капитанские сиденья, это вообще спасает. Сами открыли, сели назад, перебежали, да, и все. Да, да, да. Шикарно. Отлично, отлично. Да. Что будешь делать дальше? Да, пока, наверное, ничего. Пока, вот то, что сделал. Ну, бронепленку, чтобы всякие там сколы, царапины, вот погрузочные зоны. Страховку сделал? Да, страховку сделал. За сколько? Каска 150, ОСАГО, ОСАГО вообще очень дешево. Да. Я Пятигорске прописан, у меня там 5600 вообще. Серьезно? Получилось. Вообще. А пленка где-то за 250 обойдется. Ну, еще шумками арки. Да, шумки арки вот надо сделать, потому да, что да, она да, и так тихая, но с шумками вообще кайф, говорят, вообще надо, кайф надо сделать. Ну, вот, и сейчас думаю, ставить ли защиту картера. Многие говорят, нет смысла. Ага. По городу едешь, зачем там она какая-никакая, но есть. Поэтому пока думаю, менять или не менять. Круто. Вот. В любом что? Случае, спасибо тебе. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Кто-то Wi-Fi включил. Ага. И вот мы 3 часа сейчас пытались это исправить. Если будет такая же у вас ситуация, по-моему, наверное, навряд ли сможем. Директор сейчас домой уйдет и все. Я думаю, все будет отлично. А я тоже думаю, иншаллах. У нас всегда все слегка получается. Нормально. Сейчас, значит, что делаем? Сейчас я сниму блок. Блок, ага. И мы вот несем инженеру, он его аккуратно... Это ровно. Директора машина, да, вот эта? Да, вот она стоит тоже. Ага. Это тоже максималка? Максималка, да. А вы сами чем занимаетесь? Сами мы два направления. Умный дом, ага, собственного производства, полностью от нуля. И производство телевизионных приставок. Угу. Вот, ну, грубо говоря, оператор связи. А сейчас вот программа, все это пишете, да? С ну, нуля? Да, да. Ну, они там у нас этот отдел, ведь, который занимается всем этим делом. А директор айтишник, ему вообще, так сказать, удовольствие вся эта история. Вот, демак, дослов, блок-то ечу оламыз, и блок-то бурып, ушанга сим-карта паят кылнады, уше процессы кюрамыз. Хулас, бу машину ма полностью апгрейд кылама, полностью. Хамасыны YouTube-то бирма-бир көрсатып борама. Так что, обуна бөп койлы, лайк босыйлы, комментарий озыйлы, фикрейлерді, ма процесс көрсатып борама. Процесс мана бошланды. Ozu tap tap geçip bloku ve simka koyuşadı. Так, все. Вот это и есть блок, да? Да, это блок.
У нас все интернет, все здесь. Да. Сейчас. Ну, мы сейчас зайдем в офис, там есть тестовый такой же, уже с припаянной. И этот разберем, посмотрим, что там внутри у нас. Так, ну что, одеваемся. Держите эту вашу замечательную игрушку. Сейчас я одену. У нас, кстати, в офисе таких штук 6, на них пишут программа. Горяченький. От разных моделей. Ага. Вот. Сюда прям пишет, да, программу? Ну, пишут на компьютере, просто блок нужен для того, чтобы смотреть, что ты написал. Ага. Ну вот, как ты написал, что-то добавить, изменить. Ну, сейчас, если получится, я вам маленькую экскурсию проведу, пока было бы вообще там круто. Паяет человек. Зачем она? Блок. Это все, давайте, лучше да. Сами. Это сам закроется, да, сейчас? Не надо ничего, не закроется. Ключ где? У меня. Пускай стоит. Нормально? Все нормально, да. Это можно установить себе и каждый день? Да, вот у нас одна стоит здесь у директора, а другая на даче, а другая еще где-то. Вот он подъезжает, ставит, и все, можно ее снять. Давайте посмотрим. Это отдельно заказали, да? Да, блин, ну и плюс. И прям это лисянский. Да, все оригинальное. А, это медленная зарядка. Да, вот она меня увидела, открылась. Ага, вот. Прям лисянский, да? Это медленная зарядка. Ага. А для этого отдельно платится, да? Или приложение да. Платится? Не, отдельно платишь, отдельно подводишь платится. Электричество, все платишь, да. Вот. Машина, соответственно, сразу раз такая, видел. И все, на дачу можно установить такой. Да, да. А да. Здесь все стоит, да, русификация, что-то? Ну вот там сейчас стоит у него программа. Я просто не лазил, если честно, по его. Я... Так, что у нас-то? А здесь этот, интернета нету? Все есть. Здесь есть? Да, здесь все подключено. Я просто... А, ну у него тоже минималка стоит. Яндекс.Музыка и навигатор. Это и достаточно, да? Навигатор ну, и музыка. Ну, ему, видимо, да. И YouTube еще. Круто. А YouTube как показывает? А он здесь установлен, интересно, вообще. Вот это, наверное? YouTube, да, но... Он не установил его. А, не установил еще. Да, поэтому... Так, ладно, это все давайте, хорошо, да, надо идти паять. Так, меню, выйти. Все. Такой цвет тоже интересный. Ну, на любителя. Озман, офис кекеляпыз. Прям сим-картам паят халички. Так, ну у нас сейчас уборка, поэтому... Да, нормально. Рабочий процесс. Вот здесь как лаборатория. Да, ну, заходите, посмотрите. Вот Алексей Генрич. Здравствуйте. Разберет все пока, в смысле разберет там... А есть готовый какой-нибудь показать, что вообще будем делать? Ну вот он лежит. Угу. Провода будут длиннее, 70 сантиметров. А вот здесь и сим-карта ставится, да? Да, да, ну это стандартный разъем под сим-карту. Все руки уже порезал. А, ну, вот так и сим-карта. Да, стандартно. Я понял. Ну а здесь провод подключен, чтобы к мониторам там питание подать. Ну. Ага. Для теста. Да, ну. А вот так и будет открыто здесь, да? Нет, это просто не стали пилить этот блок, потому что он новый. Ага. Ну вот, а будет все нормально сделано, изоляция, все. Ага. И два сим-карты, да? Ну, две сим-карты, да, но ставить это одну, скорее всего, да? Как А почему два здесь? Потому что в машине есть два режима, сим-карта один, сим-карта два. Ага. Вот, оно автоматически, если одно не видит, он подключается к другой. А, да? Вот, люди обычно, ну, вот кому очень нужен интернет для машины, он прям за это дело, ставят две симки, один мегафон, другой МТС, допустим, и... Ага. Где-то ловит, где-то лучше, где-то хуже. А, я понял. Для этого. А мы что будем делать? Два ставить или один? Два? Мы поставим все. Два, а сим-карты вы уже поставите, как вы хотите. А, как хотите. Да. Все. Вот, ну процесс там уже начался. Где она? Вот, там вот сейчас ключик. Блок снимут. Круто. Этот процесс сколько длится примерно? Час. Так, да. Все. Отлично. Сейчас покажу. Директор расскажу, посмотрю там. Ага. Хорошо. Все хорошо. А почему именно китайскими машинами вы начали заниматься? Ну, как и все, директор купил просто себе лишку. И захотел. Пошло-поехало. Да, так и надо. Мне должно, чтобы было лучше всех и хорошо. И, соответственно, попробовали платы, раз пошло. Ну, надо людям помогать. Сначала бесплатно все выложили в доступ. Ага. И поняли, что люди просто, у них нет оборудования, они не смогут так сделать. А кустарный метод, который многие предлагают, сразу был забракован. Ну, он быстрый, но... Вот, ну и, соответственно, так как он IT отделе, он сразу начал печатать все себе. Кофе пойдемте, попьем, посидим там. Хорошо. Может, там какой-то... Все, взы. Ремак. Блоком стоял бы ты. Разбираемся. Все, да? Готов. Отлично. А ну, вот так и выглядит. Да. Ага. А вот здесь спиливается и ставится. Хорошо. Мара, просто курчили лунки. Мара, берда, мара. Кисты, почему еще хорган? Какие-то сим-карты. Два симку поставим.
Сразу поставлю нашу, чтобы там в ногах не ковыряться. А какую сим-карту посоветуете ставить? Ну, в основном мы мегафон рекомендуем, либо МТС. Чтобы там больше гигабайтов было. А, на раздачу, да. Она очень много кушает, там надо отключать, потом в машине будут ненужные сервисы, которые едят трафик. Иначе можно разориться будет, мне кажется. Без лимитки, я думаю, сейчас нету? Нет хороших, да. А сим-карта в сторону водителя выйдет или в сторону пассажира? Да. Пассажиру, да? Здесь очень удобно, потому что там педали, и в основном там всегда мокро и грязно. Сейчас я их сюда подвыведу. А вот где попилили и сим-карта вышел, этот провода, там изоляция делается или нет? Там, где имеется в виду эти отверстия? Да, да, да. Она вообще, в принципе, не изолированная. Но там стоит термоэтем. При усадке, а потом заливается клей. Ага. Специальный такой жидкий. Ну, там герметично получилось сейчас. Да, но, опять же, машина плавать в воде точно не будет. Не-не. И там все равно все стыки, которые вот именно по всей длине, они не герметичные. А, не герметичные? Нет, она не рассчитана на... Это нефтяндр же. Вот. Я думал, там герметичные. Не-не-не, там просто обычная... Ну, обычные 5 болтиков стоит, которые совмещают ее между собой. И герметичность такая не нужна. И разъемы, кстати, вот эти, которые здесь, у них вообще нигде нету. Мы их еле-еле нашли в Китае на разборке, вот, которые в блок втыкаются. Угу. Которые сим-карты ставятся, да? Вот, да, вот в этом блоке все разъемы, они как бы собственного какого-то производства у китайцев. Ну, вот, мы специально нашли, выпаяли нам их, вот, потому что 100% кто-нибудь заломает. Угу. И у нас еще тесты идут, постоянно блок снимается, ставится. Вот, допустим, тот рабочий Лисян. И он просто стоит, я уже устал туда-сюда носить этот блок. Потом машина выезжает, он не выезжает. Так, здесь собрали. Так, здесь пока временно сделаем вот так. Так, временно. Все. Так, ну у нас финалка. Сейчас я тут дотяну. Финишная прямая. Да, все проверю. Все вместе, все на своих местах. Все хорошо. Каждый мог пульт обстрелы, да? Кинай. Bundan ham payat qilib 20 ming pul olishdi. Prinsip o'zimiz ham qilsak bo'ladi buni. Lekin bilmaymiz, tushunmaymiz, aqlimiz yetmaydi deb o'tiramiz. Faras qiling, kuniga 5 ta mashina qilsa 100 ming bor. 100 mingdan keling rasxodiga 20 ming olib tashlang. Nima rasxod? Ha? Ha, shu narsalarda sim-kart olib. 5 ming. Yana 5 ming ana qilgan odamga, payat qilgan odamga, o'tirib payat qilgan odamga 5 ming bering, 10 ming ketsin. Nuqa 20 ming ketsin. 80 ming. Mana pul qayerda? Bormi shu lisan bilan mashina shug'ullanadigan, tushunadigan bo'lar. Chiqinglar loqaga. Maslahatni prokachat qilay. Shu yerda TOP hammasini qilaylik. TOP qilishga nima? Kitoydan hamma filtrlarni, shu maslahatlarni zakaz qilinadi, bir marta qilinadi. Shu bilan hammaga mana biz qilamiz deyiladi. Tamam. Yaxshi pulda. Hozir ko'chaga chiqamiz. Demak, internet yaxshi joyiga. И ko'ramiz, qani nima bo'ldi? Nima o'zgardi? Simka qo'ygandan keyin. Lekin сразу обновление keldi 4.6 ga. O, 4G chiqdi mana. Ну вот, соответственно, интернет работает. 4G вышел, да? Да. Правда, немножко не по-русски. И все, сейчас интернет есть. Сейчас интернет работает, да. Соответственно, ну вот максимально, что мы можем, это вот, грубо говоря, увидеть, что у нас сейчас на экране. Человек не знал, что это открывает, да? Так, ну а что у нас здесь? Есть какие варианты? А время? Время не будет работать, наверное, пока его не активируешь. Или... Ну да, надо активировать, наверное, ее. А сейчас обновление пришел. А это куда ушел? А он выскочит еще раз. Машину заглушим. Заведем и через какое-то время, и она опять появится. Она постоянно будет предлагать его обновить. Постоянно. Может быть, оно сейчас обновляется, конечно. Я просто не сильно в меню копался. Можно все будет удалить. Угу. Как это? Вроде уходит. Интернет есть. Понятно. Четко. Кэш, кэш. Сейчас. Бэр. 19 нормально? Я пересчитывать не буду. Все, спасибо. Спасибо еще раз. Я обязательно еще за приложение, эту программу. Да, до связи. Обязательно. Все, спасибо еще раз. Порадовали, да, сегодня?
Метро просвещение, сюда торгуем, а на торговый центр машу. Яхше. Ага, Настюшка. Я и такая человека за кадрышем кередим. Скажите, пожалуйста, вот где находится авиакасса Рахманов? Ну, спасибо. Я, мама Тега, ну. Здравствуйте. Ассаламу алейкум, Рахманов, авиакасса, как я хочу келесе? Гапыр варда калам хош, маным чубу чураге, беломат бардош. Гапай? Билет керейді. Ама я кайыр гочамыз? Бали оролларыге. Бали оролларыге? Я чалып кеттім, өзім, мен башқа мәселеді келудім сілі. Жүдеген қатты мамманы халқы өткені кәсті, дорым? Расседі күрттошларымыз үш күн елімі ел қиналы үлгенлер саны бір күнді халқы өткені кәсті. Қалақ бұл түші? Албатты. Самараға туда біратын билет олынады бір күн мобайлыда. Водителеріміз Самара аэропортыдан күту олады пассажирларымызны. Қозоқ чегерасы өп күріп өп чықы, яна біратын билеті кетші Самара аэропорты күзатып кешеді. Уа, зор бөпті, мәләдес. Мәші Рустам өзі бір әтшіке яқын өкен шөтті әмі? Шөтті әлі. Өкен шөтті әмі, сән? Я, родной, жігерім, яқшы мұсам. Мәні ішкі боплеп сәлі ке. Бейті мәселі барады. Мәні қызлар номерін берем сән? Номер кетешлейм? Я, мәні ішкі керегі Машинаны кейінгі, демек, құлайлығы, бұ мастер аккаунт. Мастер аккаунт нымы өзі, оз енді яқшы разбират сақыламыз. Зөр тарафты машинаны, құлас, полны құлайлығын көріп тұршыз мүмкін. Масалан, қанча зарядты бор, қанча топлива білен юрады. И полны машинада автопилот дейм еқсәк болады. Что бұ өз мана қозы. Автопилот еқылген пайтты машинаны. Көріпсілі, стопниклер, хамма жойды, райны өзгарады. Қызыл Yönədiqən pavarotniklə haması zəngor rəngdə yönədi. İyi, ben malo, ozun moşinada hiç kim yox, telefondan türüb, ben malo upravliyyat qısa bölədi moşinanı var. Kek, kek oldum ki. Kela qolin gəndə, uyolməyən dedik ki. İyi, yəni özü avtoparkovkayam qaladı. Masalən, kürsə joybor moşinəki, özünün şuna parkovkanın joyunu belgiləyəsilə, özü avtoparkovka qaladı. İyi, səmi qulaylıq tarafı bana körü yapsılar. Машинаны бен малу телефонданан бошқарыр асылы. Бұ дөсілі мастер аккаунт. Демек, мастер аккаунт қылыш жарайонны полный озысылаға көрсетамыз. Маңға білмадан бір 6 күн кетті мастер аккаунт қылышқа. Чүнкі машинаны соту олынген пайт Қытойлик одамға аформит бөлінады. Қытойликді топшымыз керек. Қытойлик есе полный бізге аккаунтыны телефонда. Демек, айфонны олайды көмірсек, айклаудыны бошқа телефонға өткізасыз Подробно чуниш үчін целый видео қылдым. Хозыр есе, қанай қылып, машинаға мастер аккаунт қығанымызды көрбігі оқы боласылар. Что такое мастер аккаунт? Зачем оно мне нужен? Мастер аккаунт – это одна из самых, ну, это часть автомобиля. Mm-hmm. Он необходим для того, чтобы ты можешь им управлять, заводить его, открывать. То есть ты видишь его местоположение, ты можешь смотреть все камеры, которые вокруг него. Ага. Окно открыть-закрыть, я посмотрел. Открыть-закрыть. Машину можно туда-сюда двигать. Это да, то есть надо будет пройти обучение, то есть прежде чем он будет там сам парковаться. Это надо пройти обучение, но сперва надо получить этот мастер-аккаунт. Ага. Когда ты его получаешь, у тебя все эти функции открыты. Смотри, брат, мастер-аккаунт, это что такое вообще? Мастер-аккаунт вообще, так как Nissan это китайский автомобиль, у них сделано такое приложение, что ты можешь, ну, правда, это пока в Китае только, ты можешь ездить без прав, без документов, то есть ты просто показываешь, тебя останавливают, ты просто показываешь это приложение, и да, все. А, на приложении все есть, все короче. Все эти данные будут, то есть, и поэтому, то есть, это одна из... Чем плохо, если не сделаешь мастер-аккаунт? Плохо тем, то, что человек, который привез этот автомобиль, машина, в принципе, без мастер-аккаунта не может выехать за границу Китая. Угу. Это вот. Какой-то китайец на себя оформил уже этот машину? Да, это китайец. Вот все, вот он. Я даже сейчас покажу его. Так. А, это у китайца? Да, вот. А, это его это? Это его аккаунт, а, да. Это его аккаунт, ага. И ребята, которые возят эти автомобили, у них сотни этих машин. Ну, ага. Как не сотни, ладно, но десятки. Когда у них место заканчивается, они начинают удалять эти старые машины. Ага. И появляется в машине просто QR-код.
ты можешь только ездить, рулить, но ты даже температуру в салоне не установишь. А, да, это QR-код. И машина превращается в кирпич. Угу. А там, чтобы ее сделать, там рублей 400 надо отдать. И то не факт. Я как бы знаю один такой случай, но я не знаю, они достали блок управления вообще всей машины, они там паяли, но это тоже уже не есть хорошо, как бы. Машина новая и далеко не дешевая. Ага. Что... И я не знаю, получилось у них, не получилось. Поэтому, как бы... какие способы есть получать мастер аккаунта? В данное время? В данное время это надо получить китайский номер телефона, ага. И китаец должен передать тебе право управления. Это как в телефоне аккаунт передают? Да. А? Да. Ага. Вот. И главное это связь с этим китайцем не потерять, потому что если связь потеряна, как я и рассказывал, превращается в кирпич и все. Мы не потеряли, мы нашли китайца. Мы нашли, все, да. Все сейчас установим. Да, все установим. Ага. И завтра, в принципе, если у нас все пойдет хорошо, то завтра уже будет мастер-аккаунт. Тут будет красивое видео, когда... Да, я посмотрел в YouTube, как включает, да, красиво. Да, тут по машине играют колонки, да. Все это очень красиво здесь. Все. Вот если мастер-аккаунт не делать, потом, когда продает машину, какой-то проблема будет или нет? Конечно, вот работаю с салоном, звонят тоже вот по поводу этих мастер-аккаунтов, вот клиент купил, ага. И дело в том, то, что даже когда ты ее продаешь, уже к тому времени, там, через полгода, через год, в любом случае уже будут об этом все знать. Угу. И покупатель запросит, типа, передай мне, пожалуйста, мастер-аккаунт. А он, типа, ну нет, или я тогда забил, как бы, поэтому... И машина сразу в цене очень сильно падает, потому что ты ездишь как на пороховой бочке. Угу. В любой момент она может заблокироваться, и все, и ты с этим ничего не можешь сделать. В Китае можно ее отвезти обратно, но тоже понимаете, что угу. Другие все процедуры, и это очень затратно, и время. И... Сейчас мы сделаем мастер-аккаунт. Потом, это как вот процесс сама мастер-аккаунт, как делается? В данное время как будем поступать? Сперва скачивается WeChat. WeChat? WeChat — это китайский мессенджер, который... Как не... WhatsApp, что ли? Типа как WhatsApp, но гораздо лучше. То есть в Китае он очень популярен тем, что ты можешь там к врачу записаться, купить авиабилеты, оплачивать в магазине, да, ну ходить нахуй. Без паспорта. И вот, качаем WeChat, нам необходимо для покупки китайского номера телефона. Угу. Потом... Это китайский номер телефона, вот мы в России будем как покупать? Как у нас в WhatsApp. А, да? Как у нас в WhatsApp, то есть ты, в принципе, даже по нему и звонить можешь. Ага. А, ну, как бы через интернет. Ага. Вот. Сначала установим WeChat, значит. Сперва, да, установим WeChat. Покупаем сим-карту. Ну, китайский. Да, китайский, он виртуальный. Ага. То есть он виртуальный, его можно там купить на 30 дней, на 180 дней, на год, на 2 и на 3. Ага. Мы его приобретаем, и его не надо пополнять. Угу. То есть он в eSender будет там написано срок годности этой карты, и только когда вот там придет время, там его можно также легко пополнить через WeChat. Хорошо, мы WeChat сейчас скачиваем, сим-карту покупаем. Да. Потом следующее действие. Скачиваем eSender. eSender это что такое? Это наш WhatsApp и Telegram. Ага, ага. То есть... Это там в Китае такой? Да, он в Китае. Ага, ага. Туда будут приходить все сообщения по поводу активации автомобиля, все новости, все вот самые такие моменты. И потом он нам необходим, потому что туда все коды будут приходить. Угу. Все, что мы будем регистрировать, все подтверждения кодов будут туда приходить. А, я понял. Ага. Потом мы качаем Liavto. Это я уже скачал Liavto. Вот, мы туда вбиваем китайский номер телефона, ага. Его также подтверждаем через eSender, и у нас мастер-аккаунт. Все, отлично. И при передаче, потом, продаже автомобиля, все то же самое уже делаешь через Liavto. И передаю аккаунт, другому человеку. Уже сложно это? Там вообще сложно. Вначале сложно? Вначале сложно, а потом уже все будет угу. Нормально. Сложно, но возможно. Еще такой вопрос. Сколько это будет стоить? Это будет стоить 15 тысяч рублей. Туда входит регистрация WeChat'а, ага. eSender'а, ага. Подведение, регистрация также в Лисане, подключение самой машины, угу. То есть доведение до самого конца самой машины, и туда же входит год сим-карт. Сим-карт. Да. Еще потом, вот я сим-карту установил в машине, сейчас интернет есть. Вот вижу. Ага. Еще, если сейчас мы сделаем мастер-аккаунт, дальнейшее действие какое будет? Все, откроется такое приложение. Сейчас я покажу, у меня тут есть пару машин активированных.
Это вот с машинами, с которыми я работаю. Это ага. приложение Liavto. Ага. Это вот аккаунт. Вот на мне сейчас висит L9, L7. Ага. И вот еще вот одна машинка, которая активируется. У нее будет, как бы вот, когда появляется мастер, передается право управления, появляется ага. вот такая картинка с вашей машины, свет, они там же бывают зеленый, фиолетовый. Все там ваш VIN-номер телефона, и на это есть сутки. То есть обязательно находиться нужно в машине. В этот момент нужно находиться в машине и все это активировать. Там он еще затребует пару действий. Они, в принципе, не сложные, но самое главное это получить подтверждение WeChat'а и сендера. То есть это самый такой момент. А после того, как все это появилось, в приложении все гораздо просто, легко. Там он будет тоже на английском, его русифицировать нельзя. Это официальное приложение в Китае, поэтому там все с картинками, все просто, все понятно. Еще сказал, брат, насчет паспорта. Паспорт обязательно. А загранпаспорт, да, когда регистрируешь машину, то есть обязательно нужно на загранпаспорт. И там есть такие условия того, что типа он должен быть продлен. Ну, не продлен, чтобы 3 месяца было до получения. И 3 месяца, что заканчивается. Да. Я понял. Хорошо. То есть такие моменты. А так, как бы приложение очень удобное в плане того, что ты всегда видишь местоположение, температуру, также будет по всем расходникам приходить все уведомления, то есть это очень удобное приложение. Все, круто, круто. Сейчас тогда паспорт сегодня нужен будет или завтра тоже? Нет, мне только сегодня нужен. Все, только сегодня? Живой только сегодня, все. А потом уже... Все, договорились. От меня сейчас что требуется? Ваш телефон, скачиваем WeChat, заходим в App Store. Скачиваем WeChat. Вот это? Вот WeChat. Это, да. Ага. И также скачиваем eSender. Вот так он выглядит. Ну-ка, это eSender. Это eSender, ага. Да. Куда будут приходить все сообщения и где будет привязан сам номер телефона. Ждем, пока скачается. И... Значит, сегодня ты все сделаешь, а завтра просто подключаем. Завтра или сегодня подключаем? Нет, завтра подключаем. Завтра подключаем. Потому что WeChat должно подтверждение быть там от 3 до 5 часов. Ага. То есть, когда он все нам это подтвердит. Ага. Ну, там уже будет уже оплаченный номер, то есть у него уже все висеть. Там уже просто кнопку нажмет он? Да, то есть ждем только, как они подтвердят все наши документы, которые мы отфотографируем. Чтобы отфотографировать документы, это тоже у них есть какие-то свои правила. Требования. То есть там свои требования, где если ты чуть-чуть их не соблюдаешь, они его просто не принимают. Димак, кича обновление койду. Короче, 5-й прошивкасы. Прошивка, ну, мады, это было. iPhone обновление келады ку, худ шунақ обновление 5-й келді. Ену полный китайский тілді, хамасы инглес тілге өтады. Озуң ең құламыз. Хулас, біз учрашты кені 2-й күн. Здорово, друг мой. Приветствую, приветствую. Что делаем сейчас? Оплачиваем китайский номер телефона, чтобы потом машина ездила на этом китайском номере телефона. Мы сейчас сегодня что сделали? Сегодня мы, вчера мы подтвердили WeChat. Угу, да, мы WeChat полностью уже подтвержден. Будем... Озгана Хинега. Да, WeChat подтвердили. Потом скачивали eSender, да? Да, потом мы скачали eSender. Ага. Сперва в WeChat мы купили китайский номер телефона, точнее, вот мы его сейчас оплачиваем. Китайский номер телефона. Это для чего нужен? Это чтобы создать аккаунт в Лисане, то есть для авто. Китайский номер нужен. Необходим, да, китайский номер телефона, чтобы мы потом могли им пользоваться. Туда будут приходить все уведомления, все прошивки, вся информация по машине. То есть, если, случае, если обновление, да? И обновление, да. То есть даже вплоть до того, то, что если ее там попытаются угнать... Телефон начнет звонить, сигнализировать, да, того, что... Но он не уедет на нем. Почему? Ну, машина не даст уехать без какого-либо ключа. А, понятно. Улаз, дусла, машина, ханги, бугунги, учрашу, мусма, бир, нарсала, клиапты, бирды. Китайский что-то, какой-то специальный карта сбор, тулашчу. Улаз, шунаха. Уже бугун 2-й кун. Эртага, худолс, 3-й кун. А все, получен, да? Нет, код оплачен, сам номер оплачен. Ага. То есть, поэтому он показывает такие... На китайском написано тоже, что успешно все пройдено. И вот вам сообщение тоже. А, пришел. Все уже. А, вы это и чен, и как? WeChat. В WeChat пришел. В WeChat пришел, но мы, потому что eSender еще не подключен. Сейчас мы подключим eSender, и будет все чики-пуки. Угу, понял.
Короче, керегли бюга хаман арсанка бөлдик. Еще смотри, мы сейчас этот на загранпаспорт оформили. Если я машину продам, тоже на за... у кого есть загранпаспорт, только на него могу продать, да? Ну, как бы, в любом случае у него есть родственники, у которых есть загранпаспорт. Ага. Как бы это не имеет значения, кто будет конкретно за рулем будет сидеть. Главное, саму активацию, и мы это все делали для того, чтобы получить китайский номер телефона. Потому что китайский номер телефона сейчас в Китае, чтобы привести сим-карту, то есть у них это уголовно наказуемо. Ага. То есть поэтому все эти регистрации, они очень важны. Да, да, очень серьезные. Мы сколько, уже третий день учимся, да? Да, и вплоть до третий того, день. Что там и росписи, и фотографии, все это очень важно. Там, не дай бог, где-нибудь что-то отрежется, все. Угу. Будем все делать заново. Но мы все сделали по правилам. Все, все, в любом случае тебе спасибо. Завтра еще раз вот это вот все пройдем. Дай бог, получим. Все, и все, получим мастер-аккаунт, и все, будете наслаждаться автомобилем дальше. Все, красавчик, спасибо. Витокузду Оганнан кейн, Москва-дан Питерге оп келдим да, Плов-центрге кирдик. Аминаке я машин кадырырдык. Есім йок, анакайындыр Лексус омокчы еді. Кем бір машина хайдап көрай деді. Майтым, аге, хайдап көрей. Өз чунасты машиннан дедім. Өтіріп хайдап көрді. Хайдап көргенде сразу кейін білейін, манам жұм ошын оламан деп болды. Құлас әминәкея мошын олды, құдды шу параметрлары, максималкасы, элтопқыз. Короче, әминәкеям соты олды. И әминәке, демек, сразу мошынаны бронепленкеге берді, полностью апгрейке қылышке. Короче, матовер светке. Хозы әминәкен олды кете аппыз. Борып, мошынан тайор бөген уже. 4 күн, 5 күннен бері полнепленке қылыш апты. Хозы борып көрамыз, мошна қандай көрініші, ташқы көрініш қанақы. И манам хозыма ішіні полны қыбығаннан ки, уже ташқарсыны қылышын бошлайма. Ну көрамыз, көрмоқчы ма, қанақы көрініш берады, вообще матовый. Реке матовый қылың деп, ма өзім масалады берді ма? Чүнкі өзім ма матовый қымоқчы ма. Құлас, хозы борып, хамасыны өзіміз көзімізден көрамыз, кеттік. Ух, бәле, қарай. Вау, видишь? А меня как мощничка, как? Да, вообще. Вай. Красота. Позвать, пообщайся. Давай, как? На малакали, на малакуилде. А шумка хлебчика, аркаларня, мана. Мана, дуйста. Аркаларня полный. Шумка булят. Мана полный. Аркалар. Шумоизоляция были открыты. Можете к нам подойти? Полностью. Он хочет пообщаться с ним. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже хочу машину дать, да? Вот. Да. А что сделали здесь? Оклейка полностью кузова матовым полиуретаном, спектрол, сатин. И отдельные элементы, антихром, черным винилом глянцевым. Плюс шумоизоляция всех колесных арок. Ага. Соответственно, все. А, и бронирование лобового стекла. А верхний? Нет, панорама не заклеена. Не заклеена? Нет. И сколько работали? Это будет стоить полностью? Можно прям откровенно. А почему нет? 280 тысяч под ключ данной работы. 280 тысяч. А сколько дней понадобится? 4 дня. 4 дня. Верно. Угу. Круто. Очень красиво выглядит. Рада, что вам нравится. А гарантия какой? 2 года гарантии мы даем на работы. 2 года? Свои, да. Ага. Еще такой вопрос. Надписи какой-нибудь, штрих-коды можем делать или нет? Ну, чисто теоретически это да, возможно. Ага, возможно. А колеса, у меня белый колес. Да. Его еще покрасить или как будет это? Можно покрасить. Можно покрасить. Мы тоже это делаем. Это сколько будет стоить? Какой радиус на колесах? Вот такой, точно такой же, 21. Я так точно сейчас не скажу, но где-то в районе, наверное, 26 тысяч. 26. Плюс-минус. Угу. Блин, ну очень красиво выглядит. Да, прям согласна. Шикарно. Мы клеили уже такие. Единственное, что не в сатин. Угу. Мы клеили в глянец до этого. Угу. Ну, черному цвету матовая пленка, она всегда оптимально подходит. Ну да, круто выглядит вообще. У вас тоже черная? Да. Так заезжайте. Оставайтесь. Сейчас внутри делать все это. Да, я это симку ставлю, мастер-аккаунт, прошивки. Вот этим сейчас занимаюсь, а потом уже дальше больше вот снаружи. 5 числа подъезжайте. 5 числа почему? На контрольный осмотр. Ага. До этого машину мыть нельзя будет. Ага. Вы приедете, мы ее сами помоем. Посмотрим, как села пленка. И если требуется, произведем корректировку. Ага. Все, а дальше в обычном режиме.
А из-за погоды может что-то... Ничего не будет. Ничего у нас нет. Же у вас наверняка на теплом паркинге хранится. Нет. Нет? На улице? Поставить. Надо поставить теплые. Если есть возможность, есть. Это не будет лишним. Пусть 10 она лучше, она просто быстрее просохнет. Все, угу. Я сейчас директор. А так, в принципе, полиуретан не боится низких температур. Значит, кисок за меня на малокалендре. Полный полиуретан. Матовый, яна хромла полный кораранге боялды, защита фарала, лобовой и шумоизоляция полный аркала, торта. Зор. Олдында кетіп апты. Полный бронированный матовый пленка, да? Ну, қарай көрінішті бұл. Ау, қарай, қарай, қарай. Лекен халы, летний колесаларды, аке, босмай, босмай. Зөр. Көрініш вообще бомба. Походу манам тез күнларды, Хозмастер аккаунтты бүгін қылдырсек, тез күнларды манам, ашына қанген матовый брони пленка ұрамын. Тұршын қарайын, оға бұл көрсетейін. Тұршын қарайын бұл. Кайф. Дерзкий бы полы ганганилер. Оркастаги айна сана у китайский язуларды. Эл тоқыз, я бы опташаганнанги вообще роли бы полы. Эннеса маны мошнам ташки көрнишини кыламыз, Амина канеса мошнины ички көрнишини. Ундан ташкары, янам бизди бир юртдошимиз Эл Дэвид оган, уни ҳам тез кунда көрсатаман, Улуғбек. У лекин полны уже кылып өгөн, матовый, ундай ҳамма нарсаны уже кылып өгөн. Хулас, сафымыз көпөйүптү, кеңейипти. Балким Бұрыпты байрам, майрам, бұрын арса бұл қоса, хамамыз Эл Дэвидчілі чықамыз. Бұрыпты парадға мы, тусовкаға мы, бұрын арсаға чықамыз. Ама Эл Дэвидчілі. Зүр, бүгін күнді Питерді, личіне өзім танышларым, ікіші де, өзім ман білі, үш кіші Ли Дэвидтамыз. Ну, реально удобный машина, семейный удобный машина. Али, біласы мұны ма, қозы мастер аккаунт келді маңы, уже қозы мастер аккаунт қыламыз, мошыны полноценный уже маңы ке бөлады кен. Да. Қазір китайсы номында да? А, китайсы, китайсы передал дейді көй номасыны. Полный праваны маңы ташады, қозы мұны екеуміз өтіріп қылышымыз керек. Даниил келі олмайды, нома қыламыз, екеуміз қыламыз, короче. Какие приложения установка? Да, Али өзі чунады, полный приложение установка қылышты. Да. Хозыр өшінен программаларын олдык, өз бірінші мастер аккаунт қығандаңге приложение установка қыламыз. Английский версия. Да. Именно русский версия керек емес, русификация. Не, английский қысы. Английский версия болады. Да. Өзінің ана онысы яқшы, да? Интерфейс яқшы өзі. Да. Русский русификация қысы, интерфейс қалады болады. Бөлі, өзінің интерфейсі. Өзінің интерфейсі. Яқшы ішіледі. Да. Мана аканиям Мерседес бар екен. Хозы келді долдымызға. Қандай манам омоқшыман машинаны. Қандай деп сөйлепті. Мен айттым, манам Мерседестан, GLS-тан бүгін өтірдім десем. Манда ям GLS япты. Кызыкш берди. Кызыкш. На самом деле, манга жокту да? Билмадым адамлар кандай, лекин манга жокту. Ещё можно, оказывается, вчера видел пару углана пастан снимать кылып, шумка кысып булаткан берилди. Бер шумка кылынабыз, а? Хозыр эни икинчи этап полный оклейка, шумка, аркаларды. Да. Ошону көрдүм да. Полный коргулабыз. Манда ям YouTube-да факат şu видео кысып чыгыпты азыр. Азыр как раз мастер аккаунт жоксак, азыр офисте олдамыз. Как раз страховщиклар ам келипти, азыр машина страховка кыламак, каска. 100 қанча мың, өзі білмеймін, өзі келісті. Машинаны полный осмотр қылады, и бірден страховканы қойып қоямын 1 жылға. Яғни безопасность бұл. И мастер аккаунт өзі сразу установка қыламыз. Мына бұл дискілердің қорасы бар екен, полный. Да. Полный мына жолдары өзі. Да. Полный қорасы бар екен. Неменіке қора да полный? Аминаканка. А можно пару вопросов? У вас GLS, да? GLS, да. Хотите пересесть на Ли Дэвид? Да. Почему такое решение?
Потому что все говорят хорошо, мягкая, удобная, надежная. Не знаю. Зато новая. Зато новая, да. Я на ГЛС заправлялся на 5000, ездил 700-800 примерно. Это дизельный был. У меня там бензиновый 4,5, но она жрет там 11-12. 11. А здесь я на 4000 и заправляю полный бак, и это заряжаю на 600-700 рублей, заряжаю полностью, и 1300 едет. 1300, уже попробовал 1300 едет? Ну, я реально не попробовал, это показывает на этот, как его, табло. А-а-а. Ну, если 1000 едет, тоже нормально, даже да? Если 1000, да. Надо еще поработку оставить, и все. Да. Больше ничего. Сейчас как раз сделаем мастер-аккаунт и посмотрим, как это. Он на месяц будет сделать? Да, вот сейчас этот китаец мне передал уже этот. Да, да. Можно отправить тебя и... Да. Сейчас... Да, потом, если продам, потом кому-то это. Да, что, приступаем? Да. Давайте. Кюрёфлара, амма кызык япты в машине. Амма реально кызык япты. Так что, азыр мастер-аккаунт. Машинем юб тоза кылып яңгых койдым. Чтобы страховщиклар келип полный нормахли. Йо, мастер-аккаунт олайлик, англисикалер, а? Музу, мама, маску. Мастер-аккаунт ошо кайрдан топшин керсетин чыгам. А, йо, нозы. Данилге телефон кыламыз. Как раз полный процесс май. Съемка кыласыз. Алло. Да, все. Все, Данил, я в машине. Заходим в Ляпта. Заходим. Я скажу, с какого момента можно снимать, там, ну, как бы, чтобы без рутины. Ага. Захожу. Заходим в Ляпта. Ляпта. Зашел. Серединке машинка там внизу. А, бай. Бай. Ага, зашел. Там должно высветиться твоя машина, черный L9. Да. И черная такая надпись, на нее нажимаем. Нажимаю. А, там машина грузится, должно сейчас все погаснуть. А, все. Машина полностью... Все погасло? Погас, да. Все, но это на протяжении 5 минут, потом должен высветиться QR-код. А, вот идет этот, как его, загрузка. И появился. Не, загрузка идет. А, загрузка в приложение. Угу. Сейчас. Он загрузит буквально там. Потом появится такая надпись «Лини». Сейчас, посмотрим. Это он прогружается. Ага. Он чудеем человек. Файдасын ойлады. Нима файдасы? Мастер аккаунт файдасы. Телефонны управлять кыламанды машинаны? А, типа, ёк. Өзі парковка кылады. Ёк, ёк. Yokmuş, üçüdeş, eşikde uçu yokmuş, oynalardı, hemen asılmış, evet, ne kadar böyle. Lisit. Abse what, Lee, Vishal, na monitori. Еще, у меня 60, 70. Финишная прямая, наконец-то. Столько мучились, да, насчет этого, ай, блин. Сейчас, WeChat, зашел. На Yesender. Есендер. Май это. Май вот это, да. Инфо, да, до инфо доходит. Теперь заходим в Ляпта. Вот. Нажимаем на черненькую. Вот на это, да? Да, да. Нажимаю на черненькую. QR-код что-то. Нажимаем на синенькую. Верификационный код. Так, в Есендер тебе должен прийти пароль. Четырехзначный. Выходим, заходим в Есендер. Вот туда, да? А вот выше. Нет, не сюда, а отдельно. Да, вот. Самое первое сообщение. 1-1-1-7. Еще что-то 6 говорит. Пароль поставить. Это придумай пароль свой. О. У нас мастер аккаунт оляпыз. Хозы вообще беда. Мастер аккаунт оламыз вообще можно. Синий нажимаю, да? Да. Синий нажал. Нажимаю галочку и подтверждаю. Галочка, 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 галочка. И нажимаю еще раз. Энди мощно точно маникиде байт олома. Карайлан. Бэнг. Все. Хуаин лайдао лисян кунцен. HUD 抬头显示, 驾驶员专属的信息面板. Анчан驾驶交互屏, 常用功能, 快速驾驶. 超大中控屏, 应用卡片, 一目了然. Машина полностью магнитный, телефон на машину лагает. Кунтяо чую зою хуадон, хайдзе тяодзе кунтяо фонсу. OLED 附加 娱乐屏, 享受 旗舰 观影体验. 长按卡片, 甩向后 舱 娱乐屏, 轻松 共享 影音 内容. 7.3.4 度比 全景声, 沉浸式 观影体验.
隔空手势控制，握拳上下拖动，调整音量，向上挥手，返回桌面。理想 L9， 你的理想空间。Бале. Да ну. Был? Энимана, бізді мастер аккаунтымыз бор. Полный энима, телефондан полный мошенны бошқару олама. Круто же. Короче, хозы мастер аккаунтықы бөлдік. Эниги набат. Мана берді, мана Али. Миясы мана шерді. Мана берді тайпси ход, мана шерді именно. Type-C код он шерді. Аха, шерге тұқама, компьютер. Type-C-де передача бұр, заряда олыш бұрды. Аха. Фарқы бұр, шуны есе бұр. Үш үш арқа кабелді олды. Үш үш тұрамыз. Да. Бәлі, өтірі. Секен үшін. Үш бітмасын кәрді. Опа. Установить. Это для работы программы необходимо установить. Наше устройство, сервисное приложение Acer Bridge. Нет. Али Клоламан деді, то есть кімнедір пультуле бюрмейм, өзім Клоламан деді. Вроде бы, мана, скачивет қылдыз, мана бұны, бітті. Төртті нәрсесінде. Икті, үшті, төртті скачивет қылдыз. Ені бұларды, хозы, бізді полны, нама көк, китайчы. Инглесілге өткізамыз ме, оңы? Өткіз керек. Инглесіл бөлі ма хамасы? Вела китайский көк? Вела китайский, мана берілі. Управление с Райсон. Bu videoda girersin. Abirci? Biramın. Hani? Biram ona. Polni. İngilizce'li böldü. Ha? Kullasın kanka. Böldü. Ha? Böldü. Belki bu monitör değil mi? Kısa böler. Yakşı. Maladet. Polni stone. Himalaya, Dedu, Browser, Help Center, Tencent, Video Settings, App Store, özünki. Bana hamas İngilizce böldü. No device, Kessler, normal. And Adobe Crisis, sound, display, connect, voice, mouth, accessory, general. Come on, sing this little bit. Let's start. Böyle de kanka, alayım mı ana? Mazgi. Hadi gana, yok böyle de. Yandex navigator koyu bir şey kere. Da, delayım. Da? Delayım. Böyle. Biz просто ama bir de перезагрузка bir olsam eğer bug böyle yaptı da. Hani это полный экран gibi böyle yaptı. Полный экран gibi böyle yaptı. Mauna çıkorayın, bir de perizagruzka vereyim. Evet, uçuktan, üçgen. Kayın perizagruzka vereyim ki, iki tane şu krayını. Paska bas durdursun mu? Paska bas durdursun. İki tane şu krayını. Aha, perizagruzka. En İngiliz stili böldü. Da, almost İngiliz stili böldü. Electric, charge. Bana böyle de bug into ulaşım gerek. Fix verilerde bunu hazır edin. Minusunu bana böyle yaptı. Ekran ve silikon, naverh bana bu turup da player. Player kotorup koyulgen de. Kotorup koyulgen. Программа силиком очи апты. Телефонда Яндекс навигаторы шерге установка қысы, Яндекс музыка ем чықатты шерге? Йок. Нумаге? Навигатор башқа, музыка башқа. Да? Да, да, да. Али. Давай. Итоги, чё получилось? Вот это получилось. Это. Мана бу меню бөлді. Да. Берді нумала бор. Программа установка қылыш. Тоқтайын, тоқтайын. Ені мошынады ең керайлы нәрсе бірінші нума, навигатор. Навигаторымыз қанақа ішілі апты. Навигатор бор, охренительно. Хочешь ищешь зур, 3D, МРД, любой нарзан, курс тебя. Положение, например. Озгина, ашпевна, ну нормально. Озби за мана бедам, за беда курс тебя, нормально. Юрий, Юрий, кейт себя за горях, что беда. Вау. Да. Проект со сном принч, морта курьер. Да? Да. Мана. Энни, музыка. Бар. Я кое-мя, мана, завтраски беда. Ага, я вар бетает. Хочу музыка бор. Бар. Я начи? Кино көрмокчыма. 30 декабря ішінде. Короче, меню полный инглисилде. Полный инглисилде. Аман арсасы. Да, да, да. Даже руль. Даже руль даем. Руль даем, амасы инглисилде. Да. Вақтын тұрлаш керек. Телефон өзінен тұрлымады, дашмасам. Итоги, инглисилді қойдық бүгін. И неманиян қылдық, ана нема дейді? Мастер аккаунтты. Да. Бөлі? Круто. Демек. Дөсілі, страховка компанияда застраховщик келді, полный машина осмотр қылыш үшін. Осы мана полный рәсімін ол япты. И бұл машинаны неч пүлге түшады страховкасы бір елік, каскасы. Үшен ем осы біламыз. Каска дегенде авария қылып дабдала қысы ем, полный страховкын төлейді. Рәсімін ол япты. Әр тарафлама. Кітек алты ем, бірденге. По факту жойды көрсатыш керек. Полный, полный бір. 200 тарасым қылды лекен. Али? Да, айтмай. Айтмай. Айтмай.
Ama çoğun rasım öyle yaptı bana. Anamakası böyle değil mi sizde? Anakası. Atırçası böyle de. Haa, bor bor. Var mı soktayız değil mi? O zaman atırcağımız olağımız kakras. Ha, sanırım ben. Yok yok hala. İşte atırçasını söylemek istiyordum. Ha, solağımız. Kusu bu. Haa. Taşayısı, üç atırlı basasını hitler katadı pomun üstü. Üç tane asabı köp pastafşikle okulatarken de deniz oturur. Haa, yok yok yok. Yok yok, bor. O zaman kakras onu koyalımız, atkınca bu yam. Bana bir yom boşta mı? Bir tortası pasta. Da, kitayet. Сколько стоит? 7 миллионов. Вот это, да? Да. Ясно, поздравляю. Он телевизор такой. Да. Не, он еще, блин, там, там красота просто. Можно? Да, да. Кресло, ага, махазах ябт. Мама, это лишнего, ничего вообще нет. Нет, нет, все управляется через экран. Да, 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 да. Нет такого. Нет, ничего такого. Минимализм. Да, 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 да. Это как у Теслы. Да. Экран по центру, видите, как. Сзади капитанские сиденья. Везде массаж. Мечта. Сзади тоже телевизор выходит вот сверху. Это под заказ тебе передали? Да, да. Под заказ? Да. Дилеров нет у нас. Нет, пока что. Ну будет уже. Уже будет, потому что все немцы ушли. Сколько лошадей? 460, да, это гибрид. Гибрид. Это гибрид. А под мотор какой? Мотор полностью электрический. 1,5-литровый этот, как генератор стоит. Это только этот. Он не бензин. Бензин? А, есть бензин. Бензин, да. Не, он и электрический, и бензин. И бензин. То есть. Свидетельство от нее, пожалуйста. Ага. Бензин все заправляет, да? Этот, как генератор. А, что нужен? Свидетельство о регистрации. Розовый документ. Сейчас, минуточку. Да, да? Да, да, да. Сейчас я сейчас просто ставлю, потом подойду. Все, вообще просто. Так а там сколько лет получается? Вообще мало. Вообще мало, да. Это раз. И по платным дорогам бесплатно будешь ездить, да? Да, и парковки бесплатные, и налогов нет. А, еще дороги бесплатные? Платки? Да. Да ну нафиг. Да, да, да. Сейчас, если едем в Москву, мы ничего не будем платить. Не будете. Офигеть. А, типа, это не машина мечта, да? Да, 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 да. Офигеть. А где это ставится? Ну, в смысле, тебе дается какой-то... Типа, как... Датчик. Нет, я еще не врал, я этим еще не занимался. Где проезжаешь? По транспорту? Да, да, как, похоже, да, как да, транспортер да, должен даваться хотя бы. Ну, что-то или как. Или какой номер зеленый. Я этим не занимался. Мне просто интересно. Сейчас это... будем заниматься, да, этим? Да, 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 да. И проезжать, где-то по транспондеру да, проезжать. Да, да, там да, же места платные. Да, 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 да. И поехал, как говорится, от тебя, что зеленые открыли. И... Да. До свидания. Да. Нет, да. Парковки еще бесплатные. Как-то надо еще, это тоже не понял. Где, где телефон? Сейчас через телефон вот можем даже управлять машиной. Не, только давай что. Лучше страховку делаем. Не-не-не, Клэри. Смотрите. Сейчас, как раз. Это как автопилот. Я понял, что. Только это самое. Поправить. Да? Короче, игрушка. Да, да, гаджет, гаджет. Игрушка, игрушка. Большая жесткая там была. Как гаджет, да? Все. Автопилот тоже включили, да? Да, автопилот тоже включили. Ага. Хамам очень на документарном она. Раз ему улетает. Никита кала-то не ем полностью. И все. Ага. То есть мы приезжаем, делаем фотографии и смотрим, есть ли повреждения на машине или нет. Как бы, если они есть, мы отмечаем это в акте осмотра, прописываем, у вас все в порядке, у вас машина новая. А, новая? Вот, да, конечно. Пробег хоть есть, но машина без дефекта. Угу. Что есть? Без дефекта, все в порядке. А, без дефекта. То есть я им, а теперь им оплачу, да? Да, да, и полис КАСКО будет действовать. А это где ты, Тиранин? Вы позвоните, просто агенты в разных местах находятся, их много. А, их много. Да, через кого вы делаете страховочку? Блин, я даже не знаю, сейчас спрошу. Страховка не мана кылдык. Расписывайтесь. Вот да. Здесь подпись, фамилия, инициалы. Угу, сейчас. Ксерокопка сразу. Все, еще один этап пройден. Да, короче. Ну вот, а хотя бы именно был мармошным, да? Чунки. Да. Машина как процесс ларборку. Майда, чудо. Вот автопилот, ёх ты, блин. Зор, да? Да, это что сделать? Это ксерокопия, акты осмотра, потому что с машиной все в порядке. Это их, они будут спрашивать, да, это? Возможно. Ну, как бы просто у вас остается документ. Все, да, я понял. Все, хорошего вам дня. Спасибо. Да, с праздниками, всего доброго. Да, всего доброго. Хорошего дня, до свидания. До свидания. Удачи. Всего доброго. Всего доброго. Калитлен олдызмы? Автопилот кылдык. Английский уровень. Английский тилны кылдык. Страховканы кылдык. Сим-карта койдык. Приложение. Мастер-аккаунты кылдык. Да, да, да. Телефонга. Да, да.
İçi paçtı böldü uji. Ha onarsa böldü. Yeni taşkarısı koldu. De. Taşkarısı ne makalamı? Ne makalamı? Komentariya diyozuyla dostlar. Prosto bu vübüstü polni hamasını sığdırılmayımız. Komentariya diyozuyla. Taşkarısını ne makalaylık? Kanaka görünüşte. Ben bir lagi QR kodla koymuşum. Sosyetlerdi. Yozuyla karıcı bir. En güzel ideye gerek uzur kapısı buldum. Aha. En güzel ideye veredik oğlumla. 5000 rubl. 10000. 10000 rubl. 10000 rubl en zor ideya. Tashqari ko'rinishi qanday qilishim moshinani. Endi ko'rdik, Aminakanikini qildik. Polni matovi qilib, bu ham juri ham chiroyli chiqdi. Lekin bu moshinani uzoqdan ko'rgandan tanish kerak. Odamlar. Balki kak Maybach qilarmiz. Yarmini boshqacha rang, yarmini boshqacha rang. Moshin kak Maybach, moshin kak boshqa narsa. Yo'q. Qarochi, variantlar yozinglar. Eng zo'r yoqqan variant 10000 rubl tashab beramiz. Da, bez problem. Так что, сладкий комментарий кутуп қоламан, ёзинглар. Энди багаж как багаж, лекин ичида мен Хитойдан нарсалар заказ қилганман, ҳаммаси келган. Буни мен сизларга кўрсатдим. Буяғи 220, мен бу ердан кўриб турса бўлади. Буяғини именно шу кичкина зарядкага тиқасли. Буяғи 12 соатда полный заряд беради. Демак, мана унақа фишка, бунақа фишка, кейин яна педальларга мана газ, тормоз учун. Demak, eshiklarga qo'yilish uchun, yana ana kolonka joylarga qo'yilish uchun mana shunaqangi fishkalar. Undan tashqari mana shunga ochishga qiziqyapman. Bu короче, bu. A bu bilasizmi nima bu? Taxmin qilingchi. Monitor bunaqa katta narsa. Konechno, monitor zashitni plyonkasi. Ham orqaga, ham oldiga, ham kichkinasi bor-ku rolda. Hammasiga yopishtiriladi. Bularni ochib bir ko'raylik. Ketdik. Nima bor ekan? Nimalar kelgan ekan? Menga juda qiziq. Birinchi posilka. Raspakovka. Bu nima bu? Bilmasam. Bu nima ekan? Telefon nomeringizni qo'yib qo'yish uchun-da. Bu bilasizmi nima? Hozir ko'rsatdim-ku, telefon qo'yadik, qo'yish uchun-ju. Anchaga tiqib qo'yasiz, telefoningiz dig'ir-dig'ir-dig'ir bo'lmaydi, mana. Oldi-ku. Bunisi berga, bunisi berga ekan. Ha mana. Endi chot ko'tirdi. Keyingisi. Bu nima bo'lishi mumkin? Menimcha kalitka. Aytdim-ku. Bu kalitka. Keyingisi. Bu nima bo'lishi mumkin? O'zi ham shunaqa skochlagan bor-ku. Ha, bu mobilgami? Da. Yorqigami bu? Orqagi. Bu значит orqaniki. Просто qo'l qo'yish uchun joyiga. А бу олдыныки. Мача мен 4-ти, хам орқага, хам олдынга. Кейингиси. Ух, а бу бу лекин мошин нарса. Ҳозир мен тушунтираман бу нималигини. Ҳозир мен тушунтираман. Мана перекуритель бор, шуни олиб мана бу ерга қўйилади. И бу ерда свет, зарядка қўйиш учун, телефон қўйиш учун, бир нарсалар қўйиш учун. Мана қай қар қил, энди бу мошинда yo'q-ku. USB, demak, mana shu zaryadlar qo'yilish uchun i birdaniga svet ham bo'ladi. Mana bosasiz, svet yonadi, bosasiz, svet o'chadi. Tez buni chiq-chiq qo'yib tashlayman. Mana buni mana olib tashlaymiz, kak probkaday. I buni esa vo. Mana buni bossiz, svet o'chdi, mana bu svet yondi. Endi har xil USB Type-C hamma narsa bor. Chotka, keyingisi. Buni qarang. Mana mashinamni saloni, mana buni qarang. Bu qayerga deb o'ylaysiz? Buni mana bu yerga yopishtiraman. Mana bu tepasiga. Ko'rsatingda shu joy bor. Mana bu. Shu yerga yopishtirilish uchun. Hozir sovuq yopishtirmaymiz. Bular mana bu yerga. Chunki yaxshi e'tibor bersangiz, mana bu metaldan, bu metaldan, a bu yer plastmassovi. Hozir buni ham qo'ysak, bo'lib takoy chiroyliroq vid bo'ladi. Va mana bular qayerga deb o'ylaysiz? Bular mana bu to'g'ridagi yopishtirib qo'yish. Ichi ham tashqarisi metal, metallika, ichi ham metal bo'ladi. Bu qayerga deb o'ylaysiz? Da, pedalga tap-tap. Buni shuna kiygizib qo'yiladi menimcha. Xullas bu fishkalar hali yarmi. Demak, yana yarmi kelish kerak. Bu videoda ko'rsata olsam, bu videoda. Agar bu videoda ko'rsata olmasam, уже keyingi videoda ko'rsataman. Polni, mashinani, hamma narsasini qo'yib chiqqanimizdan keyin. Так что, shunaqa.
Demak do'stlar, mashinani tashqi tarafini ham bomba qildik. Xulosa o'zi biz metro Devyatkina bir Murina. Murinada turibmiz. Varansovskiy 1 korpus 3 da turibmiz. Bu yerda Anvar aka Qataqo'rg'ondan ko'chasi ham o'zimizgilar ko'chasi. Katta qilib umniy moyka ochgan. O'zi mana shu yerda hamma ish qilindi. Mashinani moyka qilib, polni tashqarisi bezaldi. Ichkariga kirib ko'rsak, mana tashqaridan ko'rsatinglar ko'rinishini qanday. Lekin bu territoriyada yo'q bunaqa moyka, ha? Bitta yo'q. Birinchisi. Birinchisi. Zo'r. Nechta boks berdi? 15 ta boksimiz bor. 15 ta. Zo'r. Taksi akalar, to'g'ri kelaverasizlar. Dvijmi shu yerda. Ketdik mana. Ko'rsating berdi? Moykamiz ichlari. Hozir soat ertalab 5 bo'lyapti. Hali ham ishlayapti. Bugun birinchi kun ochilgan kun, to'g'rimi? Birinchi kun. Birinchi kun. Birinchi kundan nechta mashina avtobus chiqildilar? 150 dan ziyod bo'ldi. 150 dan. Birinchi kundan. Chunki bu territoriyada yo'q. Mana yangi 15 ta boks. Bu yerda hamma narsa bor-da. Hamma narsa bor. Televizor, shushilka, har xil binalarimiz hamma narsa bor. Murinada do'stlar, prem Devyatkina metro, adresi yana bir marta. Varansovskiy 1 korpus 3 ga joylashgan. Varansovskiy 1 korpus 3. Zo'r mana. Yarmi, yana yarmi. Eng qulay tomonlar aka hamma narsa ichkariga. Tashqariga emas, tashqariga emas, ichkariga. Hamma narsa. O'zi ham biroz qish mavsumi. Shunday aka. Zo'r-da. Demak, endi hozir mashinani ko'rsatamiz do'stlar. Mashinani qaranglar. Polni tashqarisini qilib chiqdik. Hozir ichkarida shunday yonyapti. Tashqariga chiqqanimizda ko'rasizlar qanday bo'ldi. Anvar aka, ishlarga omad. Gazini bosing. Ber sopsuniz, ha? Sopsun. Sopsuniz tepasi ofis, kafe ochiladi. Yarmi ofis, yarmi nima? Restoran. Restoran ochiladi. 5 kunda ochiladi, buni ham ko'rsatamiz. O'sha gap kuchaysa o'zimizgilar kuchaysin. Xullas, mashinani tashqari ko'rishini mana shuna qildik. Hozir chiqib ozgina syomkalar qilamiz. Bilmadim, lekin bundan yurish mumkin emas. Ertalab soat 5 tanladik. 4 soat yopishtirdik-a, 4 soat. 5 soat. 5 soat. 5 soat. 5 soat yopishtirdik. Ayoqda ayoq qolmadi lekin. Mana shuning ham bitta like bosib qo'yinglar, do'stlar. Bu realni bitta like sizlardan yetmayapti. Bu internetda juda ham ko'pchilik qildi, lekin bizni qilganimiz eng zo'ri. Hozir chiqamiz, tashqarida ko'rasizlar qanday bo'ladi. Так что кеттик. To'g'risini aytsak, juda ham sovuq ko'cha. Hammalarga rahmat. Bittadan like qo'yinglar, kommentariy yozinglar. Bu obzorni hali hammasi emas. Biz shunchaki bu mashinani olgandan keyin nimalar qildik, shuni ko'rsatdim. Endi esa mashinani tashqarisi bilan shug'ullanamiz. Yana bitta vipus chiqadi, короче. Hammaga xayr. Ko'cha juda ham sovuq. Bittadan like, kommentariyani jirni qilib bosinglar. Mana shu litok qizi kim bor yoki kim litok qiz olmoqchi, yuborib qo'yinglar videoni. А так кайфово машина, блимадо. Кимга қанақи? Манга йўқди. Осознанный переход. Немецтан китайцга. Осознанный. Хайр, дўстлар. Ха, яна бирта нарса айтмади. Манда литок қиз максималка, фақат парог йўқ. Чунки Россияда парог керак эмас, музлаб қолади. Шунинг учун бес парогни айтганман. Ёзда эса парог дополнительный қўйиб оламиз. Хайр, соғ бўлинглар, саломат бўлинглар. Омад сизларни ҳеч қачон тарк этмасин. Литок ishchilarga yuboramiz, like'ni bosamiz, kommentariy yozamiz. Sovuq!